Всех приветствую на своем канале. В общем, решил записать этот разговорный небольшой видос, так как вчера был отменен мажор, о чем я сообщил в своей группе ВКонтакте. В связи с этим хочется проанализировать немного рынок, предположить, что нас может ждать далее. Кто вчера следил на самых верхах и успел повытаскивать все самое интересное от различных сайтов, посим, мое уважение вам, ребята. Значит, не зря я, ну и другие люди здесь распинаемся обо всем этом. Кстати, если у вас особой инвестиции не было, но вы любитель покрутить банк, то не забывайте, что, например, на Трескинсе есть база цен. Мне, в принципе, нравится пользоваться этой штукой, поэтому я напоминаю вам о ней. Я, заходя туда, нахожу эту базу цен, вписываю там интересный мне предмет, и из выпадающего списка я вижу, где он продается выгоднее всего, где сливается дороже всего. И, исходя из полученных данных, я понимаю, откуда и куда можно выгодно залить данный шмот. Это неплохая тема при подобных резких ростах различных шмоток, и заодно меня часто также выручает эта тема при различных анстейблах, оверстоках, на одном каком-то сайте, куда я хотел закинуть ту или иную шмотку. То есть, я всегда могу найти, куда еще залить предмет, в крайнем случае. Так, о чем это я? Ах да, мажор отменили, все пошло в резкий рост. Что дальше? Да, и будут, конечно же, какие-то просадки, ведь сейчас различные стикеры и капсулы выливаются на рынок в огромном количестве, а хайп немножко стих со вчерашнего дня. Поэтому в течение недели можно ждать какой-то корректировки цен на определенном уровне. Ну а далее оставшаяся часть народа начнет осознавать, что стикеров не будет как минимум до следующего года. И ведь у многих уже были отложены деньги на закуп на новом мажоре, ну и так далее и тому подобное. И эти деньги им надо реализовывать. Они не станут в большинстве своем держать их мертвым грузом на своих аккаунтах. Я уверен, что еще не все стикеры дали хороший X после новости об отмене мажора. Так что ищите. В первую очередь обращайте, конечно же, внимание на какие-то красивые автографы или автографы хороших известных игроков. Можно, конечно же, смотреть еще на автографы, которые в маленьком количестве остались на рынке. Но это уже в такое. В целом, конечно же, все это быстрее остальных зачастую показывает свой рост. Ну а далее, когда Берлин раздует в цене для каких-то небес, станет понятно, что как и летом их внимание таких вот инвесторов, таких вот бустеров, хомяков и так далее и тому подобное, будут достойны стикеры из других мажоров. То есть, попробуйте нырнуть в эти стикеры старых мажоров первыми. Ну и еще, расколотая сеть в стране также не останется, что мы, впрочем, уже и наблюдаем. Вы, наверное, хотите просить, а сливать-то свои инвестиции когда? В целом, большую часть инвестиций надо было сливать вчера, когда очень резко забустили цены на стикеры, и уже при корректировке цен можно будет как раз таки закупаться заново. Ну а сейчас, как я выше расписывал, уже идет какая-то просадка из-за перенасыщения рынка. Теперь, если вас не устраивает все цены, что сейчас, тогда остается только ждать. Стикеры еще, конечно же, вырастут, но нужно какое-то время. И хайп от различных людей, да и бустеров в ближайшее время не стихнет. Да, возможно, не все стикеры покажут красивые большие иксы, но большая часть нас еще порадует своими ценами. Самое главное, не забывайте фиксировать свой профит, часть стикеров продавать на них иксах, часть стикеров продавать на иксах повыше, ну и так далее. Не будьте жадными и старайтесь анализировать рынок. А на этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях свое мнение обо всем этом. Ну и до скорых встреч!